праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в ночь с 6 на 7 января святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве рождественские богослужения, Великое Повечерие, Утреннюю и Божественную литургию святого Иоанна Златоуста. Рождество Христово – второе по значимости после Пасхи и величайшее 20-е торжество православной церкви. Родившегося Спасителя славили представители 4 поместных церквей мира – русской, иерусалимской, сербской и грузинской, живущих по старому юлианскому календарю. Принять участие в ночном богослужении в главный храм страны – кафедральный соборный храм Христа Спасителя – пришло около 6 тысяч человек. Ну, лично для меня Рождество – торжество истины. Явление, воплощение, как говорится, и обетование, все исполняется пророков. То есть все как бы пришло к логическому завершению, и Спаситель явился в мир, и радость от этого наполняет сердце. Мы давно хотели попасть, и вот выбрались. Сейчас у нас получилось так свободное время, и решили прийти именно сюда, так сказать, в главный храм страны и помолиться Господу за процветание нашей страны. В сослужении иерарха в Русской Церкви божественную литургию в рождественскую ночь возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. За литургией святейший патриарх Кирилл совершил иерейскую хиротонию диакона Максима Мельниченко, сотрудника службы протокола патриарха Московского и всея Руси, клирика Московского храма в честь иконы Божьей Матери «Утолимая о печали» в Марьино. За литургией в храме Христа Спасителя молились премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой. Светлана Медведева причастилась святых христовых тайн вместе с прихожанами храма. В алтаре Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл обменялись праздничными приветствиями. По окончании богослужения, которое в прямом эфире транслировалось несколькими телевизионными каналами, святейший владыка обратился к пастве с первосвятительским словом, поздравив всех с великим мироспасительным светлым днем Рождества Христова и пожелав каждому милости Божией. Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с великим, светозарным, мироспасительным праздником Рождества Христова. Тот самый день, который соединил небо с землею, потому что не могло быть более сильной связи, как пришествие в мир Господа, мы должны принять в сердце новорожденного Спасителя. Соединиться с Господом верой, молитвой. В ответ на Его милость мы должны научиться сами совершать добрые дела. И тогда мы изменимся, а вместе с нами изменится мир.